Представители общественных организаций не остались в стороне и поздравили маленьких жителей округа с Днем защиты детей. Для виновников торжества устроили веселый праздник со сладкими угощениями, мастер-классами и концертом. Тему продолжит наш корреспондент. День защиты детей – это не только повод принимать поздравления и подарки, но и демонстрировать свои таланты. На праздничной площадке выступают хоровые, вокальные, танцевальные, детские коллективы. Хорошее настроение придает и теплая солнечная погода. Лето пришло по расписанию. Хорошо, солнечно. Выступает. Хорошо, мне очень это понравилось. И вата вкусная. Детские улыбки и радость – результат работы большой команды. Инициаторы праздника – Общественная палата городского округа Люберцы, Сообщество «Нежный бизнес» и Союз женщин Подмосковья. Мероприятие прошло на территории храма Владимирской иконы Божьей Матери. Организовали праздник для детей, для людей, для прихожан. Ну, для всех нас, потому что дети – это наше будущее. Церковь, конечно же, всегда на стороне защиты всех. В том числе и, наверное, где-то в первую очередь детей наших, потому что мы понимаем, что это наше будущее. И, конечно, мы этот день начали с молитвы о наших дорогих детках, о наших мамах и папах. Для гостей праздника приготовили серию различных мастер-классов. Представители медицинского колледжа показали, как нужно правильно ухаживать за младенцами. Студент Артемий Марков раскрывает секреты массажа и гимнастики. Аккуратненько начинаем круговыми движениями. Проходим ручки ребенка, делаем 5 кругов таких, затем переходим на другую ручку. На соседних площадках мастер-классы по изготовлению мягких игрушек и подделок из бумаги. Одним словом, День защиты детей прошел не только весело, но и с пользой. Луиза Егеазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.